Эту тем более подробно обсудим с Екатериной Шимкевич, это кандидат исторических наук, эксперт аналитического центра балканских исследований. Екатерина, здравствуйте, рад приветствовать. Добрый день. Сегодня общались в эфирах также с Игорем Поповым, экспертом Украинского института будущего. И знаете, мы с ним говорили вообще на другую тему. Но он сказал очень важный месседж, который я запомнил, о том, что цель Путина уже не возврат. Это точка невозврата. И цель Путина — создание империализма в современности. И цель его — дальнейшая война. И вот как раз Западные Балканы Игорь Попов поставил в пример, что это один из возможных вариантов дальнейшей агрессии Российской Федерации. Екатерина, насколько вы по состоянию на сегодня видите то, что следующая цель как раз это страны Балкан, Западных Балкан со стороны Путина? Агрессию, даже не сказать так, агрессия, что была не физическая, как минимум информационная, так сказать, раскол внутри государств. Да. Ну, с таким нарративом о том, что Западные Балканы будут полигоном будущих войн, эксперты не только Украины, но уже и Западных Балкан, и Америки постоянно об этом говорят. И сказать о том, что там агрессии нету, там агрессия продолжается Россия против местных правительств, которые поддерживают четко проевропейские и атлантические стремления, ведется уже давно. В связи с этим и усиление НАТО происходит, особенно в Боснии и особенно в Косово. И Россия будет и дальше эту агрессию, вот ту, о которой вы говорили, информационную, дальше продолжать, потому что она не началась, она уже продолжается несколько лет. К сожалению, Европейский Союз и НАТО только в последние месяцы стали более активно реагировать на подобные угрозы. И связано это не с конфликтом между Сербией и Косово, связано это как раз с той пророссийской риторикой, которая звучит из уст Милорада Додика и только Милорада Додика. Если вы послушаете заявление сербского президента Александра Вучича, он такого не говорит. Он достаточно осторожен, поэтому Россия ставку чисто на Белград делать не может. Но в самой Сербии отсутствуют оппозиционные медиа. И именно их и риторику сближения с православными странами, загнивающая Европа и так далее, Путин использует уже очень давно. Проблема Боснии и Герцеговины, Сербии и других стран, в частности Черногории, Македонии, в том, что там большое количество неправительственных институций, которые финансируются или напрямую Россией, или различными российскими фондами, которые действуют через подставные фирмы. Ну, примерами продолжающейся агрессии может быть вот совсем недавние события, которые происходили в Боснии, в Республике Сербской. Там в конце октября этого года была проведена на базе университета Бани Луки, факультет политических наук, была проведена конференция, которую организовал фонд имени Горчакова. То есть аналитический центр, который финансируется Российской Федерацией, и этот фонд уже достаточно давно работает в Боснии и Герцеговине. На такие нарративы Европейский Союз практически не ответил. Были только одиночные публикации, но конференция называлась «Балканский диалог», и как раз говорили о единстве русского мира, о единстве сербского мира, и подобную агрессию надо останавливать. К сожалению, Путин видит, что на такие действия никто не реагирует, поэтому я думаю, что дальнейшие такие конференции, которые якобы считаются научными, или действия фонда Горчакова, они будут продолжаться, и это будет только приводить к эволюции информационной агрессии в Боснии и в целом в регионе Западных Балкан.
Читаю прямую цитату Йенса Столтенберга, генерального секретаря. Он сказал, что Россия занимается злонамеренным вмешательством в политику независимых стран Балканского полуострова. И в свою очередь, также в прямой речи, речь идет о сепаратистской и раскольнической риторикой, злонамеренным иностранным вмешательством, в том числе со стороны Российской Федерации, и информационной в том числе. Ведь есть живая практика, начиная еще с 2000-х годов, потом 2014-й оккупация Донецкой и Луганской областей, оккупация впоследствии аннексия Крыма, 22-й год полномасштабное вторжение, 2008-й год частичная оккупация Грузии, 90-е годы Приднестровья. И везде риторика одна и та же. Сначала был раскол по языку, раскол по нацменьшинам и так далее. Потом шел раскол внутри страны и далее полномасштабное вторжение. Скажите, пожалуйста, учитываются ли эти сценарии, которые Российская Федерация использовала для агрессии и для войны уже в тех странах, которых ранее происходило, сейчас происходит в Украине? Как живой пример, по факту, будущих возможных сценариев России. В Украине эти все сценарии учитываются, потому что в Украине существуют не просто инструменты, существуют целые механизмы, как противодействовать, как разрабатывать какие-то различные противодействия в качестве того, чтобы предотвращать или уже бороться. К сожалению, в Европейском Союзе, который с 2003 года, по сути, является единственным таким миротворцем в регионе Западных Балкан, на такие сценарии и комплексность подобного подхода Москвы к балканским странам внимания не обращают. Обращают внимание только на пропаганду, которую распространяют средства массовой информации о том, что дальше может быть раскол территориальный, который уже, в принципе, на Балканах наблюдается много лет, и даже подписание всех мирных договоров в 95-99 показывает, что межэтнические проблемы не были решены. Комплексного подхода в Европейском Союзе и в НАТО нет. Генсек НАТО может говорить все, что угодно, что они противодействуют, учения проводятся, что пытаются усилить региональное сотрудничество. На самом деле это такие локальные реакции на то, что Москва больше 20 лет в регионе пытается развернуть полномасштабный сценарий более крупной такой войны, которая была в 90-е годы. Только в начале 2023 года Европейский Союз стал выделять специальное финансирование на то, чтобы изучать более комплексно российскую пропаганду и российскую дезинформацию. Но эти деньги идут не целевыми и комплексными подходами для конкретных институций. Они просто выделены, на них объявлен тендер, и дальше никаких механизмов отслеживания, будут ли реализовываться подобные проекты реально, и будут ли они реально бороться с российской пропагандой, чтобы не происходил дальнейший раскол Боснии, не происходил раскол Косово по этническому принципу, с одной стороны албанцы, с другой стороны сербы. Этого Европейский Союз не делает. Поэтому Россия это использует в своих целях. Россия видит, что есть какие-то локальные попытки остановить, но при этом Россия только усиливает свой вот этот комплексный подход. В Украине об этом говорят и постоянно пытаются акцентировать внимание. И президент, который ездит на различные встречи и на Балканах в этом году, в Греции, он также об этом говорил. Но, к сожалению, представители Европейского Союза, представители НАТО не видят полный спектр вот этих проблем, с которыми столкнулась 2014 года Украина, Грузия и так далее. Тут они видят, и, скорее всего, они не будут это видеть дальше. Ну и в свою очередь усилить свои военные силы в Косово и обеспечить безопасность границ страны с Сербией призвал премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом сообщает Associated Press.
Во время неформальной встречи членов НАТО и Западных Балкан в Северной Македонии Рама предупредил, что недавнее этническое насилие в Косово потенциально может спровоцировать более широкий балканский конфликт, и заявил, что граница Сербии и Косово вышла из-под контроля. По его словам, граница используется для множества незаконных действий, включая контрабанду наркотиков и оружия, проникновение ультранационалистов, что может привести к большим беспорядкам в регионе. Об этом пишет, напомню, Associated Press. А скажите, пожалуйста, в данном случае известно ли, под чьим контролем, под чьей инициативой производятся те или иные, также в том числе и контрабанды? Существуют ли, так сказать, источники там Российской Федерации в целом? Знаете, как очень популярно говорить «рука Кремля»? Обвинять Кремль во всех грехах, конечно, можно, но не стоит исключать и то, что албанские криминальные кланы, черногорские криминальные кланы, существуют сербские криминальные кланы, и они так сами заинтересованы в том, чтобы распространять контрабанду. Это же продолжается не 2022-2023. Проблема с контрабандой оружия, наркотиков, человеческих органов существует с 1999 года. Это, например, было вообще отдельным предметом расследования Карлы Дель Понте в период с 1999 по 2007 год, когда она занимала должность генерального прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии. О том, что Эдди Рама говорит... И вчера он в Твиттере об этом писал, что да, этнически граница стала размытой, усилилась контрабанда. Он прав, но при этом никакие действия со стороны албанцев, со стороны Сербии или со стороны Европейского Союза не предпринимаются, чтобы остановить контрабанду в различных ее направлениях. Тут необходимо учитывать заинтересованность местных криминальных кланов, которых там достаточно много, и они работают на территории Украины. Это черногорские кланы. Есть заинтересованность албанских кланов для того, чтобы получать оружие. На эту проблему постоянно обращают внимание Европейский Союз, Европейская комиссия, которая проводит постоянные исследования, составляет отчеты, но на этом же все и заканчивается. То есть пытаются найти крайними. Эдди Рама конкретно делает акцент на то, что в этом виноват Белград. О проблеме Белграда, о проблеме и роли Сербии в процессе контрабанды можно говорить долго, но при этом не стоит отбрасывать и вовлеченность в этот процесс албанских криминальных структур, косовских криминальных структур, и необходимо помнить о том, что Европейский Союз будет дальше составлять отчеты. Но давить на Сербию и давить на Албанию, давить на Косово в том, чтобы они перестали заниматься незаконной деятельностью, никто не будет, потому что Европейский Союз привык больше заниматься медиацией, различными мероприятиями по фасилитации. То есть они не готовы реально переходить к давлению, потому что давление — это единственный способ, который будет иметь реальные результаты. Но Европейский Союз не готов. И увеличение численности НАТО на административной границе Сербии и Косово, оно не приведет к остановке контрабанды. Об этом как раз свидетельствуют события, которые произошли в селе Баньска, где как раз был вот этот случай с контрабандой, и его, по сути, эти грузовики с контрабандой натовцы проморгали, и дальше случилась неприятная ситуация, когда один из полицейских Косово погиб. Екатерина, огромное вам спасибо за ваши комментарии, за то, что поделились своим мнением. Напомню, Екатерина Шимкевич, кандидат исторических наук, эксперт аналитического центра балканских исследований, была на прямой связи с нашей студией. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram – только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.